Здорово, родной. Удивлен, да, то, что я сейчас не на провинции. Я на проекте Ice Project. Ну, Ice проект так называется, на холодный проект или что-то в этом роде, ледяной. Но здесь экономика бонусника. Я не успел зайти на проект, ко мне уже подъехали, ну, пока АФК стоял, пока программу включал, подъехали люди, спрашивают, помочь нужно, там, все дела, я говорю, не нужно, ну, в принципе, вон, я сейчас листаю, можешь посмотреть. Короче, далее, как получить бонус? Открываешь чат, пишешь бонус, и получаем 300 миллиардов, охуеть просто, да, даже не миллионов, а миллиардов, блять, это куда нахуй столько? Че, угораешь? А где деньги, кстати? А, наверное, на банк, да, упали? Ну, кстати, здесь вот как раз-таки и стоит рядом тот же самый терминал, банкомат, с него можно снять. Банк у нас здесь, банковский счет, вывести, наверное, и я не знаю, сколько. Нихуя себе 3 миллиарда, блять, это пиздец. С ними, наверное, я не знаю, миллиард. Так, вы не можете иметь большое количество. А сколько я могу снять? Так, F1. Потом к этой менюшке вернемся. В F1, если ты не ввел промокод, никакой пригласительный, еще что-то. Хотя пригласительный я тебе тоже покажу. Вводи мой промокод RUGI и получай 400 миллионов. Там недалеко оказался автосалон АвтоВАЗа. Я взял чирик, затюнил его прямо там на месте. И покраска, если тюнинг там, ебануться какой тюнинг, сука. Я просто на Лексусе в следующий раз покажу, потому что я видел у Лексуса там ебейшая детализация. Мелочи, ну, всякие детали есть. И там покажу, какие диски, не диски, колеса. Хотя колеса это и есть диски. Шины там, не шины, короче, детали тюнинга. Далее я хочу еще купить бэху. Захожу и хочу купить F82, а именно бэху четверку. Беру, наверное, вот такой же рыжий какой-нибудь, цвет золотистый, да, и белый салон. Покупка. Деньги должны быть на банке. Яха, бля. Кабрик. Вот так он выглядит, в принципе. Ну, я думал, крыша будет открываться. Не открывается, но, может быть, в будущем как-нибудь будет открываться. Собственно, возвращаемся, точнее, не возвращаемся, доезжаем на работу на чирике, потому что я обсох на бэхе. Чирик выручает. Убираем транспорт и, в принципе, вы видите, как, в принципе, устроена работа, чё, куда ездить. Ну, в принципе, блядь, ничего сложного, просто по меткам разъезжаешь. Просто нитро подрубил, блядь, и разогнался побыстрее. Поездил, но главное нужно беречь. Единственный момент, ну, нужно беречь транспорт, потому что если ты его разъебешь, он взорвется, все, пизда, ты, ну, как бы, блядь, проебал транспорт, езжай обратно, устраивайся. У меня такое случилось, сейчас ты увидишь это у себя на экране. Также я успел забежать, точнее найти, чисто случайно тоже взорвался, опять же возвращаемся к работе, да, взорвался и, в принципе, проезжал, пока ехал на работу, возвращался автосалон Мерседесов. Вот такие, в принципе, модельки у нас, дористый банан. Чего только нет, и дористовая Ешка 212 есть, есть ГЛС. Есть 221, дористовая Цешка 204, ну, конечно, я бы реству, наверное, лучше добавил. Есть GLE, есть GLS, чего только нету, блять, есть и первый, банан, первый, сука, есть последующие модели, есть первый банан, я в ахуе. Далее я уже обратно устроился, но уже развозка стройматериалов, по-моему, называлась. Приезжаю на базу, возвращаюсь, загрузите машину. Нет, я загружаться не буду, спасибо. Давай лучше сдам тогда. Бугатти Вейрон стоит, бля, сука, кайфовая. Вон донатный челик бегает в скине Роблокса, еще и Дэдпульного. 4 миллиарда 500 миллионов рублей получил, понял, да? Понял? Промышленное сырье, это бензовоз, хендлинг такой же, как у в начале, где я взорвался, вот как вот человечек устроился, Devil. Вот, загружаться, я не знаю, наверное, я все-таки не буду все это проезжать, опять все эти точки. Так, штрафик поймал, ладно, хуй с ним. 500, сколько? 5 лямов? Нихуя себе, ебать. Ну, перелететь не получилось, ладно, убираем. Так, забегаем, это получается на маркер, бензовоз, бля, и что выбрать? Наверное, самый короткий какой-нибудь, недалекий рейс, относительно, конечно. А он 2500 есть. Давай выбрать его, наверное, какой бенз, хуй узнает. Вместимость, естественно, Scania, R620. Чем больше вместимость, тем больше зарплата, естественно, логично, да? Логично. Ну, давай, я не знаю, дизель тот же самый,
либо, я не знаю, E85 бенз, либо дизель плюс. Ну давай, за него вроде больше всех платят. Скамеечка. Так, выезжаем потихонечку. Я так понимаю, весь рабочий транспорт не чинится и не флипается, поэтому, ну, не переворачивается, и поэтому лучше аккуратно относиться к этому. Заезжаем, ну, вроде вот эта меточка, ну да, заправка, в принципе, логично. Становимся, и что делать тут-то? Вперед, назад, регает, вообще не регает. Ну, давай опять так подъедем. А, в чате, блядь, написано же то, что оставайтесь на маркере, пока не закончится сливание топлива. Все, возвращаемся на базу. Сдаем и получаем сколько, блядь? 924 миллиона. Я думал, миллиарды, я охуел сейчас, блядь. Сборщик яблок. Начать смену, в принципе, ничего тут, никакого выбора больше нет. А где дерево? А, это склад. Окей, возвращаемся. А, ну, да, понял. Это я косоглазый. Так, 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 так. Ебать долго, сука. О, нихуя ящик еще. Сколько платят? 80 лимонов. Ну, по сравнению с дальнобоями, здесь поменьше, конечно. Так, то же самое. 20 яблок мы собрали, получается. Мне интересно, здесь рандомное количество собирается или одинаковое? То есть опять 20 будет, то есть уже 160 лимонов. Ага, сейчас уже 12 и уже 128 миллионов. Ага. Неплохо, в принципе, блядь, я ничего не сделал и уже 120 лимонов заработал. Работа автобусника. Убираем транспорт, залетаем. Так, 350-400 миллионов рублей, удачной работы, спасибо. Первый, второй маршрут. Давай первый. Так, это, наверное, Вита, да? Все-таки будет Вита, это... А, транспорт... А, спринтер, блядь, транспортер. Че только не перебрал и Вита. Ну, В-класс я уже не... А, здесь останавливаться не нужно, остановки, понял. Это, так понимаю, по марке раньше проехаться. Я про В-класс даже не собирался говорить, потому что, ну, В-класс это все-таки тот же самый Вита, но комплектация дороже. Так, все, мы заезжаем. И что видим? Получается, было заработано сколько? 500 миллионов. Еще и Payday 225 миллионов выпал. Payday тут еще есть, еще за Payday платят. А еще я в чате видел сообщение, то есть ты пример решаешь, максимально простой. Еще за это бабки получаешь. Здесь просто бабки на ровном месте делаются, даже работать не обязательно. Просто катаешься, веселишься с кентами. Что-нибудь делаешь, догонялки, прятки, еще что-нибудь. И кайфуешь, ничего делать не нужно. Работа пилота. Так, это что, бизнес? А, ну он продан, да. 45 МО. 450 миллионов. Ну давай я, наверное, Лос-Сантос выберу. Пролетели туда. Вау, гигантский самолет, сука. Че, угораешь? На нахуй. Бля. Ну взлетает, конечно, прям... Чувствуется то, что он тяжелый. Шасси убираем. Ема. Аж шалеть. Он как аватар, кстати, меченый. Чисто через лоб. Полоса какая-то. Бля. Ну тут я по-любому... Да, цепанул, сука. Ладно. Давай потихонечку зарулим. Главное не взорваться уже. Все. Я пролетел, сел. Через правую сторону лучше садиться, потому что с той стороны через порт мы не сядем. На себе уже проверил. Так, потихонечку разворачиваемся. Останавливаемся. И получаем сколько? 550 миллионов рублей. Работа трамвая. Я его, конечно, видел, как он проезжал, но все же не работал. Давай посмотрим, как это. 350 миллионов. Давай первый маршрут также. Так, меняется моделька. И полетели. Единственное, что я помню, это то, что не нужно гнать, потому что мы можем слететь с путей, а именно придется как бы заново ехать, устраиваться, заново круг вот этот доезжать, не доезжать, все в этом роде. Так, ну я не знаю, соточка нормальная или 120 где-нибудь в этом диапазоне скорость. Но здесь поворот прошли. 140, ну сейчас проверим как раз. 140, 135 прошли нормально. 160, 170. Я не знаю, он должен, может вообще слететь? 107, блядь, на 170, блядь, слетел, сука. Нет, короче, на 170 я слетел. Сука, ладно, придем обратно, устроимся. Так, теперь в этот раз я выбрал не первый маршрут, а второй. Поехали дальше, посмотрим. Ну, наверное, я ближе к концу перемещусь, либо таймлайн сделаю под музыку, как этот рейс, в принципе, выглядит. То есть,
останавливаться нигде не нужно, просто по маршруту. Можно в ТикТоке залипать, либо в шортсах, ну, в целом на Ютубе, да, что-нибудь смотреть. И просто следить боковым зрением, чтобы ты не слетел, ну, и скорость там в районе 120, может, держал сотки. Так, ну, дальше вроде, да, путей нет, здесь поворот. А, заезжаем, поворачиваем, и сколько получаем? 600 миллионов. Просто ничего не делаешь, где-нибудь залипаешь, просто параллельно боковым зрением чекаешь, и шикарно. Так, тут есть автосалон япошек. Я вот хочу автомобиль посмотреть, он японский, по-любому здесь он находится, и детали рассмотреть. Давай я его прямо здесь возьму, как раз таки у меня один слот еще есть. Смотрим, что у нас тут есть. RX-A 7, Nissan 400Z, Silvia 15, 34 Sky, Civic, GTR 35, Getter, LX 570, Lexus, Леха, Chaser 100, Lexus ISF, Крузак 300 и Supra 80. Яха! Прочее, это что у нас? Уф! Это у нас решетка же есть. Вот стандартная, вот это новая, по-моему, с новых моделей Lexus'ов. На новых, по-моему, внедорожниках тоже ставилась. Задние правые двери. Ну, давай поставим. По-любому здесь вес будет. Диски. Диски проходим пока что. Фендера. Фендера ставим, естественно. Номерная рамка. Ну, наверное, я опять сетку поставлю. ХЗ, давай посмотрим. Что у нас еще есть? Ну да, наверное, все-таки сеточку поставлю. Передние фендеры, ну, соответственно, тоже такие же, как и задние будут, да? Да. Пневмоподвеска тоже давай поставим. Настройка колес пока что нет. Боковые юбки давай. Давай ставим. Диффузор тоже ставим, давай. Ебать, конячий тюнинг. Ошалеть, конячий тюнинг. Так, спойлер, это получается на багажник ставится. Понял. Задние левые двери, это получается продолжение фендера. По-любому нужно ставить колеса. Диски. Какие же диски на него поставить? Ну, сейчас подберем какие-нибудь. 56 дисков. Угорайте. Во. Вот это вот прям идеально. Вот по-любому. По-любому идеально. А чё я выехал? Я же не настроил. Заезжаем обратно. Так, что у нас? Сначала вылет передних и задних колес. Так. Ну, в принципе, нормально. Задние сразу же так же подгоняем примерно. Смотрим задние. Задние еще нужно вытащить. Где-то так. Ну, где-то так. Да-да-да. Пускай будет так. Купить радиус. Радиус, естественно, поменьше. То есть слишком конячий. Где-то вот такие. Во, совсем другое дело. Нажимаем клавишу нам 3 и нам 1. То есть передний и задний контур занижаем. Ошалеть, идеально. Фары, смотри, как загораются анимированно. Молнии какие-то, не молнии. Какая-то утка. Какая-то утка. Еще что-то. О, камуфляж. Пиксельный камуфляж теперь. Еще какой-то камуфляж. Ну, короче, разновидности камуфляжа есть. Неплохо, достойно. Я не знаю, вот я не знаю, наверное, на стоке уедем, либо какой-нибудь поставить. Оригинальный цвет винила еще есть. Давай поставим. Не, ну оригинальный точно ставить не буду. Вот такой пускай будет темный. Леопард какой-нибудь или зебра же есть. Давай посмотрим детализацию. Вот про какие мелочи я говорил. Сука! Вот кто додумался это сделать? Это же вот просто вынос мозга. Детализация каждой кнопочки. Строчечка, не строчечка, текстуры сами по себе какие. Ну просто вид, ты посмотри на него, ты посмотри. Подкапотное отделение детализированное, V8, Lexus, логотип, не логотип. В принципе, ну, детализация модельки, ее исполнение вообще шикарное, мне по кайфу. Ну и соответственно переходим к функционалу проекта. Нажимаем F1. Тут у нас вся информация, логин, наличных денег, сколько на руках, да, доната. Потом я покажу функционал клана, как это все работает, какие менюшки, все в этом роде. На банковском счету сколько показывает, 7 миллиардов у меня стоит. А, клана нету, парковочных мест тоже, ну типа свободных нет. Так, у меня 3 из 3 смертей 0, убитых игроков тоже 0. Стаж на серваке 3 часа, за 3 часа у меня сколько чего есть. А, время сессии 4 минуты. Ну, я недавно зашел, потому что
Вводи в активацию промокода мой никнейм и получай 400 миллионов игровой валюты. Также здесь можно умереть, если, допустим, забагался, либо куда-то попал в воду, там, и тебя лень просто выплывать там, да? Помер через F1, вышел с больки, заспавнил тачку, поехал дальше. Перевернуть, ну, это можно через R-клавишу сделать, через радиальное меню. Оно на R открывается, не падать с мота, включить-выключить и репорт. Так, редкие автомобили. Редкие автомобили, лидеры есть, есть новинки. Матиз есть даже. Ошалеть. Ну, в принципе, я ничего даже про это говорить не буду. Вейрон я обожаю. R8, первую я тоже обожаю. То есть, не рест, ничего такого вот вообще с кайфом. Еще i7 бы какая-то. А как ее посмотреть? Покрутить нельзя, да? Было бы неплохо получить. И Матиз. Ну, он, наверное, имбовый тут вообще ебануться как. Ну, остальное это на вкус и цвет. Партнерство. Также я могу оставить вот этот промокод мой. Он даже скопировался. Просто нажать, и он копируется. То есть за 2 отыгранных часа 500 миллионов получаешь, за 10 часов 1,5 миллиарда, за 15 часов 2,5 миллиарда еще, и за 30 и 50 отыгранных часов, соответственно, 200 доната и 300 доната, то есть в целом 500. То есть получается 50 часов отыгрываешь. Навигация — это по банкам, там не банкам, работам, не работам, можешь покататься, то есть вот так делаешь, вот так, и все. Убрать маркер, кстати, вот. Справа сверху F1 нажимаем, F11 открываем карту, и вот, вот таким образом у нас метки отображаются, вот таким флажком, на розовом круглом фоне. Навигацию мы посмотрели, графика. Графика можно поставить HD тени, HD текстуры, вот давай я даже включу их. У меня комп, конечно, не вывезет это все, наверное, но... Опять же, все повключаем. Автоподруливание даже есть, как на тех же самых дрифт-серверах. Сейчас, наверное, даже проеду. Ебать! Ну, это вообще даже картинка полностью поменялась. Сейчас давай к воде подъеду. Слушай, у меня даже FPS сильно не просел. Я думал, сильно просядет. У меня даже HD номера стоят. Так, я камеру приближу. Че по воде? Во, вот эта вода вообще ништяк, с кайфом смотрится, смотри, вообще шикарно. А сейчас мы воду выключим, получается, и жди вода. Она вот такая, бля, как в Майнкрафте, нахуй. Не, вообще с кайфом, с кайфом. Я даже максималки оставлю. Звуки, естественно, СГУ, можно СГУшку ставить. Как-то раньше было на смотре, я так понимаю. И звуки авто, это замененки. То есть вот выключаем, это сан-андресовские. Теперь обратно включаю. Здесь есть даже система выхлопа. Слушай. Вилы, ебать, отстрелы есть, отстрелы, ёп, банный шашлык. Ну, нитро это, естественно, на всех RPG серверах есть. Прям хлопает, прям вот этот, попкорн, так называемый, есть. На F2 что у нас? На F2 у нас Хэллоуин. Участвуешь в специальных заданиях и собирай сейфы с конфетами, чтобы прокачать свой уровень. За прокачку ты получаешь призы, вкладка прогресс. Это вот здесь получается, да? Но это премиум пропуск, то есть обычная випка не канает, именно премиум должен быть. И здесь 30 уровней, Lamborghini Countach можешь получить на 30 уровне. Здесь задание, так понимаю, да, падает ежедневное. Так, дальше читаем. По карте разбросаны тыквы, собирай их, и ты получишь конфеты. Главная задача — не дать контрабандистам собрать сейф с конфетами. Собирай и получай призы. А также ты можешь получить премиум пропуск, вкладка дополнительная. В этом пропуске находится много интересных и хороших призов. Можешь купить полное прохождение пропуска, вкладка дополнительная. Ты можешь пройти пропуск без проблем и усилий. Получай за убийство конфеты. Можно убить игрока прямо в голову, но только в красной зоне. Так. Ну, красная зона, это она вот, вот здесь находится. Здесь лучше не кататься, значит, чтобы, блядь, не ёбнули. То есть смотри, на тачке они не брались, по-моему, они физичные, да. Поэтому подходишь. F, забрать сгусток. Получил 2 конфеты. Открываем F2. Прогресс. Так, 2 из 100 конфет набрать. Вот здесь где-то сгусток был. Да, вон он. Тоже 2 конфеты. На первую забиндил фикс, а на вторую, допустим, перевернуться, и все. Получается, нам нужно 50 таких сгустков поймать, чтобы перейти на следующий уровень. Я думаю, это несложно. Их мало кто собирает. Я вон сколько вчера, позавчера катался, сегодня катался тоже. Заходил до этого, до съемок. И, блять, они просто на каждом шагу, эти сгустки лежат, их никто не собирает. Также смотри, что я запалил. Я сейчас вот катаюсь, развлекаюсь. Так, заезжаем. Чекай худ. Дрифт. Рыжий худ. Спорт.
красный, худ, ну, спидометр, и комфорт синий. Вообще шикарно. Так, ну, создал я в итоге клан. Сквад Руджи в итоге я его назвал. Открывается менюшка на F4. Здесь вот сейчас по всему пройдемся. Устав клана. Вот так делаем? Нет, не, 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 вот так хотел сделать. Кто знает перевод, тот знает, короче. Можно устав делать. То есть 10 пунктов, я думаю, достаточно, в принципе. Правила, в принципе, ну, каждое правило читать не буду. Распустить клан есть, если хотите распустить клан, я не буду. Расширить слоты можно. То есть стоимость операции 50 донатов. В клане прибавится 10 слотов. Продолжить? Не, спасибо. Я хочу просто показать. Ну, если, в принципе, вы продолжите играть, кто-то будет на этот сервак заходите играть, то в принципе можем вместе покатать, почему бы и нет. И, может быть, будем битву устраивать с другими кланами, почему бы и нет. Изменить название клана. Так, это 300 донат стоит, но название менять не нужно, оно идеальное. Изменить титул. Ага. Но это 50 донат уже стоит. Бля, я когда создавал, я не сделал титул, я забыл. Я забыл, не досмотрел. А, ладно. Изменить цвет клана. Это 30 донатов. О, нифига, еще и так можно делать. Ошалеть. Ну, я как-нибудь, наверное, ближе к красному сделал. Все-таки YouTube нифига себе, да? Так, состояние казны. То есть, еще казна есть. Доход сутки. Но я так понимаю, это от бизнеса влияет. И, может быть, участники клана тоже должны скидываться. ХЗ. Не читал правила, ничего. Либо в других, как бы, внутренние правила клана тоже могут быть, устав тот же самый, поэтому можно вводить, чтобы скидывались. Ранги. Здесь каждый называет свой ранг по-своему. Так, ага, вот так название делается, зарплата в час. Значит, это будет бизаки, с них капает в общак, и с общака, получается, каждому зарплата своя капает. Каждому ты свою зарплату, каждому, каждой должности раскидываешь свое. Объявлять бои, исключать игроков из боя. Ну, короче, всякие возможности есть. Вникать не буду, потому что и так хронометраж растянется надолго. Участники, ну, пока что я, естественно, владелец, онлайн статус. Стаж в клане 0 часов, потому что только что создал. Владение клана территории пока нет. Ну да, понял, понял. С территории, походу, все-таки бабки, либо с бизаков. График битв тоже пока не назначены бои. Рейтинг кланов. Ошалеть. Территории 26 имеют. Убийств 58 тысяч. Ну, короче, они долго находятся тут. Чего, блядь? 221. Ебать. Вы только посмотрите на этих чебуреков. Ошалеть. Перформанс есть. А, перформанс он тут называется. О, ну это вообще другое слово. Понял. Уведомления. Уведомлений пока нет. Клановый чат. О, здесь еще и в клане чат. Блядь, еще и чат отдельный. Не, ну вот здесь они прям тоже уделили максимум внимания. Прям все проработано. Вот прям по кайфу. Я нигде такого, как бы, такой системы кланов не видел. Возможно, где-то есть. Возможно. Но я не видел лично. Покупаем один в наличии, 419, 81 донат у нас остается, открываем, и что нам выпадет? Так, полоса, крутится, крутится, пожалуйста, только не донат. По-любому автомобиль мне нужен, по-любому. Ну и что? GT63S выпадает, мы забираем. Давай еще скины посмотрим и будем закругляться на этом этапе, потому что слишком долго уже видос будет длиться. Выхлоп, выхлоп. Ну, по итогу я добрался до магазина скинов. Гусь 1500 доната стоит. Ты отобразишься? Он загружается по-любому. Спайдермен. Ля, я спайдермена хочу. Ну, это как-нибудь потом, наверное. Маршмеллоу. Маршмеллоу. Мистер Бист. Морген Шрек. Дэдпул. По приколу, кто в телеге у меня сидит, тот знает. Кстати, скины, походу, вот здесь хранятся, да? Да, это надето, вот это, наверное, удалить. Не-не-не, удалять не надо. А, свободных мест в гардеробе 3. Кстати, удивительно то, что Литвин
бесплатный, ну, как бы не за донат, а 550 миллионов всего лишь стоит. Ошалеть. Литвин. Литвин, ты угораешь. Air Jordan. Салам алейкум. Так, хасбика мы взяли, надеваем. Салам алейкум. Ёпта. Ты чё угораешь? Ля, это прикольно же, жесть. А как он сейчас в тачке будет выглядеть? Ну а тебе, родной, все. Спасибо за твой просмотр. Если зайдешь на проект, будем, в принципе, можем вместе покатать. Заходи в мой Дискорд-канал, в социальные сети, группу ВКонтакте и Телеграм, соответственно, тоже канал. Ну, вся активность больше всего в тележке. В группе ВКонтакте чисто видосы, какие-то важные уведомления, а в Телеграме у нас чисто дискуссия, может быть, какое-нибудь общение в текстовом формате и все в этом роде. Тебе еще раз спасибо за твой просмотр, ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на канал. Тебе удачи и пока.